Итоги 15-го съезда партии «Единая Россия» широко обсуждаются в обществе. Напомню, он прошел 27 июня в Москве и впервые за несколько лет в нем принимал участие президент страны Владимир Путин. В принятой делегатами съезда программе дан развернутый план преобразований. Акцент сделан на социальной политике, поддержке агросектора, высокотехнологичных отраслей, образования и науки. Положение документа обсуждались на дискуссионных площадках. Таким образом, учитывались все мнения. Активно участвовала в работе съезда их дагестанская делегация. Дагестан – это аграрная республика, потому что в структуре экономики аграрии занимают больше удельный вес, и потом большее количество людей занято аграрными вопросами. Это развитие и виноградарства, и садоводства, и животноводства, и в целом растениеводства. Поэтому мы и выбрали, чтобы там внести какие-то свои предложения. Они у нас готовы, мы о них будем говорить. И это площадка для того, чтобы мы были услышаны. А потом это все уже будет переходить в плоскость принятия законов уже в новом составе Государственной Думы. Это было очень для нас ответственно и почетно. Вся Россия как на ладони. Все делегации, все вот в едином порыве, в единстве, сплоченности сделать действительно нашу Россию самой могучей державой. У нас была очень важная дискуссионная площадка номер 7 – аграрная держава, сверхдержава. Для нас, для Дагестана, это тоже очень актуальная тема. Те идеи, предложения, которые мы услышали от выступающих делегатов, они нам дают большую надежду на то, что сбудутся наши ожидания. По результатам съезда сейчас будет предвыборная кампания, и в рамках предвыборной кампании мы будем и пропагандировать те моменты, которые приняли на съезде в программе, ну и услышим много интересного от наших сограждан, и будем корректировать, соответственно, это все, потому что не бывает такой программы, раз и навсегда принятой во все века, во все времена. Так что я считаю, что съезд важный тем, что не просто взяли, написали, приняли. Мы начали это в феврале, провели праймериз, подвели итоги праймериз. По результатам мы услышали народ. По результатам мы у нас, посмотрите, у нас почти 60-70% новых людей. Новых людей. Это значит вот омоложение, серьезное омоложение Государственной Думы, омоложение партии.